Ура, товарищи! Первая рыбка этого сезона. Нарыбачился я в этой луже, поеду до другой. О, это уже наш клиент, чуть покрупнее. Так, вот он, вот он. О, это! Сорожка не влезла в продолбленную лунку, прикинь. Да, чума. Хочешь? Это мне нравится. Радуюсь, как ребенок, блин. Огонь. Сейчас поставлю черта маленького. О, вот он, вот он, красавелла. О, хорош гусь, хороший окунёк.
Ух ты! Хороший кушок. В общем, как правило, свежая луночка работает нормально. Потом вот это вот пятно начинает расплываться. И клёп все хуже. Вот, так что покрупнее, которые обычно сразу клюют, если есть под лункой. Ну, по крайней мере, сегодня так. Нифига! Нифига! Вот это да! Вот это приколюшка! На нимфошарик! Подручейник, который. Зачет! О, здравствуй, дорогая. Сорожка. Сорожка у него. На ручейничка. Угу. Это хорошо. Ой, ой, хорош, ой, хорош, ой, хорош, ой, не лезет, ой, не лезет. О, красавчик какой попал. Оу, какой, пойдет. Вот нам нимфошарик взял. Красавелла. Опять сорожка. О, пойдет. Я думаю, что за покупки предательские. Это просто у меня сорожка стоит. Все понятно. Порезанная какая-то. Порезанная, смотрите. Щука, видимо, ее. Ужалила. Во какая. Пусть, пускай бегает. Беги. Что-то нормальное. О, ух ты, вот это было куняра, вы видели? Это было грамм 200.
Пойдет. Пойдет. Я уже думал, тут нету их. Они здесь. Аккуратную игру просто клюют. Ну, какой хороший. Пойдет. Вот речка. Вятый поет. Предательские поклевки плотвы, когда у нее особо нет настроения кушать. Мне кажется, их ни с чем не перепутаешь. Оп. Такие резкие, такие тык-тык-тык-тык. О! Уя! Нифига! Нифига находит! Вот это да! Это я понимаю. Это тетя хреновая. Такая прям хорошая. Теперь понятно, какая рыба клевала здесь. Видимо, клевалась сарушки еще крупнее, чем это. Вот. У меня леска тут идет на 117, так что. Серебро. Золото. Я не фашерик, подручейник. Спокойно. Вы, наверное, заметили то, что я много ударов делаю для того, чтобы пробить такой тоненький лед. А у меня как бы пешня-то, она вот такая вот. Черенок от лопаты. Ну и стамеска вот такая вот, дешманская. Ну и все. Хожу. У меня вес 70 килограмм, мне как бы хватает. Пару раз ударил, держит, можно идти. Потрескивает, правда. Ну, очкую немного, но иду нормально. Я, если честно, даже леску еще не успел перемотать. У меня удочки лежат, ждут. Я вот взял сегодня с собой две со старыми лесками. Ну и так и поехал. Вот, прицепил тут два кивка. Один рентгеновский, другой свой из нержавейки.
Ну и вот полетел. Ну а что? Мне позвонили там в 9 утра. Я буквально за час собрался и рванул. Ну и все. Приехал, удушился же воздухом, кайфую. Что-то снимаю тут немного. В общем, отдыхаю. Давно ждал. По первой леди день короткий. Даже толком и понять ты не успеваешь о том, что началась зимняя рыбалка. Вот, ну. Ну, поэтому не успею сейчас домой приехать. Снова захочется на лед. Снова захочется трясти окуней, плотву, подлещика. Ехать куда-нибудь. Вот она. Вот она. Вот она. О, это зачетный окунек. Ну, шучу, пойдет. Я уже пакетик небольшой насобирал. Уху сварим. Уху сварим. Так вот, хочется заснять какое-нибудь видео такое, чтобы прям за душу брал. Уехать куда-нибудь, какое-нибудь красивое место, где есть много хорошей, крупной, красивой рыбы, которая будет клевать, пусть не как из пулемета, но все-таки клевать. И отснять реально красивый видос по безмотыльной рыбалке, чтобы прям можно было его пересматривать много-много раз. Хотя мне люди пишут о том, что некоторые мои видео пересматривают по два, по три раза, особенно к сезону. Ну, вот это, конечно, очень приятно и заставляет как-то с большим творчеством подходить к съемке видео. Но сегодня, как я уже и говорил, цели поснимать видео у меня не было, поэтому что-то как-то так скомканно все получается. Ну, зато рыба клюет. Вот такой вот нимфошарик зелененький. Цвет такой интересный. Такой цвет, чтобы повторить, это надо собаку съесть. Вот. Меня все просят: Владимир, заснимите видос, как вы делаете такую мормышку, как вы делаете такую мормышку. Вот. Ну, как бы я обычно на такие комментарии редко отвечаю. Вот, но я вам скажу так, эта же технология не упала мне с неба. Вот, я ее как-то сидел, выдумывал, экспериментировал. То есть, опа, экспериментальным путем до всего до этого доходил. Вот, вкладывал там какие-то определенные средства, еще что-то. Ну и в конечном итоге получилось то, что меня начало устраивать. Вот. Ну и потом мормышки, которые начали ловить рыбу, я их, ну, так скажем, немного продаю. Вот. Ну и, соответственно, зачем мне лишний раз усложнять себе жизнь и давать подсказки тем, кто пытается мои мормышки копировать. Соответственно, я и не снимаю такие видео. Потому что они нужны только определенному кругу лиц, которые точно так же занимаются изготовлением мормышек. И это, в принципе, нормальное объяснение. Вот. Кушки, ну такие. Таких что-то как-то это. На уху таких чистить замучаешься. Ярик сегодня блеснит. Ну, а сегодня решил немножечко половить на блесеночку. Щука у тебя сегодня клевала, да? Да. Хорошая? Вообще хорошая ушла. Ну, под килошку где-то. Угу. Ну, адреналину подкинуло вообще. Ну, понятное дело. У тебя лесочка-то 0,12, я смотрю, да? Лесочка тоненькая, вот был подброс.
под кило щуку там на 0,12 леску этого рогу. Да. Еще самый прикол, катушечка подзамерзла. Это просто рекорд. Блин. Прям как блесна. Офигеть. Щука под кило. Ребята, в общем, у Ярика тоже есть канал свой небольшой по рыбалке. Он туда выкладывает свои отчеты. Можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть. Клюет нормально, но размер не очень. Ух ты, все, я оторвала, прикиньте. Ой-ой-ой-ой, вот это было, блин. Ой. Все, на поклевке оторвало. Оторвало на поклевке. Просто. Ёлки-палки, а. Пришла пора подводить итоги сегодняшнего дня. Рыбки я сегодня поймал по количеству много, а по качеству как бы не особенно. Вот, и было у меня 3 обидных схода и 1 очень обидный обрыв мормышки, на которой я сегодня практически всю самую крупную рыбу поймал. Это была мормышка нимфошарик в цвете ручейник. Вот, сделана она была под личинку ручейника, такая зеленоватая. Рыбалкой я доволен. Пусть это было и не запланированное, но все-таки открытие сезона безмотыльной ловли 2021-2022. Я надеюсь, что эта рыбалка вам понравилась не меньше, чем мне. У меня на этом все. Увидимся с вами, ребят, уже совсем скоро в следующих видосах. Ну, и у меня на этом все. Берегите себя, всем ни хвоста, ни чешуи. Будьте аккуратнее на льду. Всем удачи и всем пока.